Приветствую, ребята. Вот такой у нас январь. Дождливый. Дождик вовсю. На улице плюс 7. 10 января сегодня. Воскресенье. Едем по работе выбирать цветовую гамму на дом здесь. Работа такая дизайнерская. Рядышком жена. Я как водитель сегодня только. Ну, можно, конечно, посоветовать, там поговорить. Одним словом, вперед! Бензин у нас по 96,9. Баррель еще ниже упал. Цены упали. Соотношение канадского доллара к американскому сильно упало. Короче, за последние 15 лет такого еще не было. 1,60 или что-то там такое. Ну, короче, сейчас вообще невыгодно что-то заказывать с Америки. Очень дорого. Воскресенье, с утра трафик. Мы, как всегда, на хайвей. Сейчас вы увидите, как действует вот эта жидкость для стекол зимняя. Опрыскивает. На ветровое стекло при скорости. Вот смотрите как. Щетки могу даже не включать. Просто улетает. Так что, Денис, купи на свою BMW Rain X. Залей бачок, и будет у тебя экономия на щетках. На резине щетка. Привет с Канады тебе, на Беларуси. Вот сами убедитесь. Видите, при таком сильном дожде, как улетают капли. Советую, ребята. Да, что в январе вот такой дождик, это вообще кошмар. Ох, как перестраивается. Даже не посмотрел. Зеркало срезал конкретно, вот аж помигал ему. Надо внимательным быть при дожде. Кстати, ребята, есть вот такая жидкость для обуви. То есть набрызгал на обувь, можешь ходить по болоту, по лужам, не промокает, и также она остается чистая обувь. Интересный. 500 баксов.
выбросил. На тебе полштучки. Шауэр. Видишь, какая улица. Название. Вот резину выставили. Забирайте летнюю с дисками. Никто еще не забрал. И сюда то следующее. Может быть где-то проезд? Нет. Видишь? А, они есть. Проедемся по улочкам. Там строят. Райончик хороший, зеленый такой. Полицейский лежачий. Есть домики тут классные? Мы и приехали. С правой стороны все огорожено, и вот он домик. Остану туда, я просто покажу дом вот так. Вот такой он домик. Все, всем спасибо за просмотр, всем всего хорошего, приятного воскресенья.